Тюмени проводят расследование по поводу пожара на улице Володарского. На этом месте находится историческое здание. Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 ноября. В старинном особняке находилась элитная обувная мастерская и фотостудия. Параллельно с правоохранителями свое расследование начали и собственники. По примерным оценкам владельцев, ущерб составляет несколько миллионов рублей. В здании находилось дорогое световое оборудование, декорации, материалы для реставрации брендовой обуви и сумок. Все это, по мнению предпринимателей, не просто сгорело, а было кем-то похищено. На территории дома установлена камера видеонаблюдения, однако, как оказалось, техника была неисправной. На помощь пришли соседи. Именно у них сохранились записи того, что случилось ночью. После изучения кадров владельцы утверждают, что это был не пожар, а умышленный поджог и кража. Нашли подозреваемого. Этот человек находился уже в розыске. За 2 дня до этого у него уже была совершена кража. Мы нашли свою обувь, частично, на следующий день на улице Олимпийской. То есть мы посмотрели камеры браковарни напротив нас. Увидели этого человека в обуви наших клиентов. Опознали. Сейчас специалисты сразу нескольких ведомств пытаются восстановить хронологию ЧП. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Специалистами МЧС устанавливаются причины возгорания. По результатам заключения будет дана правовая оценка произошедшего.